Здравствуйте! Это библейский портал exeget.ru. Сегодняшняя тема – восстановление Петра в апостольском достоинстве. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 19 стихи. В 21 главе своего Евангелия Иоанн Богослов описывает то, как Господь явился семи ученикам при Галилейском озере, явился при наступлении утра после ночи, во время которой ученики рыбачили, но ничего не поймали. И тогда, стоящий на берегу, Христос указал, где нужно забросить сети, и, исполняя его слово, ученики поймали 153 огромные рыбы, так много, что даже не могли погрузить их все в корабль, в лодку, но им пришлось за собой тащить сеть. Однако, когда они вышли на берег, сам Господь предложил им трапезу. Они увидели костер, разожженный на берегу в некотором расстоянии от берега, и, соответственно, Он предложил им хлеб и рыбы, хотя сказал, чтобы и они принесли от своих рыб. Итак, Христос вместе с семью учениками вкушают пищу. 21 глава, 15 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Что же это за вопрос, который задает Господь Иисус Христос? Почему Он спрашивает Петра не просто «любишь ли меня?», а спрашивает: «Любишь ли меня больше, чем они?» А среди тех, кто подразумевается под «они», большинство – это ученики из числа 12 апостолов. Конечно же, начало этого диалога должно было отослать святого апостола Петра к тому моменту, когда он отрекся от Господа. Во-первых, разожженный костер. Вот сейчас костер, но и когда Петр отрекался от Господа Иисуса Христа, во дворе, где происходило действие, суд над Господом, также был разожжен костер, и Петр даже пытался от него греться. Но вот этот вот вопрос «любишь ли меня?» безусловно отсылал к той фразе, которую произнес апостол Петр вскоре после того, как ученики с Христом после Тайной вечери пошли на гору Елеонскую. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 30 по 35 стихи. Цитата. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». И, конечно, в этой фразе «если все соблазнятся о тебе», то есть все утратят веру в тебя и не будут тебя исповедовать, «я никогда не соблазнюсь», у апостола Петра звучала некая нотка горделивого превосходства перед другими учениками. Но там, где появляется гордость и самомнение, всегда приходит и посрамление. У апостола Петра
посрамление явилось в виде его троекратного отречения от Господа Иисуса Христа. У нас также бывает в жизни, если мы начинаем сознательно превозноситься, сознательно кичиться чем-то, что мы имеем, будь даже если это хороший предмет или качество нашей души, стойкость, мужество, отвага и так далее, как только начинаем этим гордиться, хвастаться и превозноситься, Господь попускает нам истрезвение через согрешения и скорби, которые бывают в нашей жизни. Итак, Христос спрашивает на берегу Галилейского озера во время трапезы апостола Петра. Симон Ионин придает началу своей речи более торжественное звучание, называя, как бы мы сегодня сказали, апостола Петра по имени-отчеству Симон, сын Ионы. «Так что же, ты действительно любишь меня больше, чем вот они?» Имея в виду, что «но ты ведь отрекся, а они не отреклись». Что же отвечает апостол Петр? Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Апостол Петр отвечает очень кротко и смиренно. Он уже не говорит, что «я действительно люблю тебя больше, чем они». Он всего лишь апеллирует к всеведению Господа Иисуса Христа, как воплотившегося и воскресшего Бога. «Ты сам знаешь, что я тебя люблю». Для того, чтобы понять тонкость этого диалога, а еще дважды Христос будет спрашивать Петра: «Любишь ли меня?» И тот будет отвечать: «Да, я люблю тебя», необходимо обратить внимание на то, какие греческие глаголы используются в тексте Евангелия от Иоанна. Евангелист, чтобы передать особенности, нюансы смысла, когда в первый раз Христос спрашивает апостола Петра: «Любишь ли меня?» использует глагол «агапао». «Любишь ли ты меня духовной, возвышенной любовью, как Бога? Ты ведь убедился, что я воскрес». А апостол Петр отвечает: «Я люблю тебя», и используется греческий глагол «филео», который означает иметь некую привязанность, дружить, быть близким человеком. И на русский язык можно перевести так: «Я еще и друг тебе». Конечно, этот ответ подразумевает, что я тебя люблю не только возвышенной, духовной, в чем-то, конечно, отстраненной и неэмоциональной любовью, но я еще и друг тебе, я близок к тебе. И тогда, услышав этот ответ, Господь Иисус Христос ободряет апостола Петра и в первый раз говорит о том, что он восстанавливается в своем апостольском достоинстве. «Паси агнцев моих». Интересным является рассмотрение нюансов древнегреческого текста, потому что стоит глагол «воско». «Воско» означает именно «кормить» или «питать». А существительное, к которому относится этот глагол, «арнион», означает «ягненочек». Поэтому ответ Христа нужно перевести так: «Корми моих ягнят». И тем самым указывается на то, что большинство верующих, только что обретенный Господом через свою кровь церкви, это люди новоначальные. Они чем-то напоминают ягнят. Новообращенные верующие еще не укрепились в своей вере. И поэтому берется образ ягненка, нежного, только что родившегося, который нуждается в том, чтобы мама его питала молочком. Итак, первая черта деятельности Петра, восстановленного в чине апостолов, это непосредственная забота о верующих, а таким молочком, кормлением, конечно же, является
проповедь Слова Божия, что мы и увидим в день Пятидесятницы, когда апостол Петр, проповедуя среди разных людей и евреев, которые жили в Иерусалиме и пришедших из разных мест, из разных провинций Римской империи, благодаря своей проповеди обратит около 3000 человек. И вот эти новообращенные, они будут нуждаться в молоке Слова Божия. «Корми моих ягнят». Но поскольку происходило трижды отречение, Христос трижды будет ободрять апостола Петра и восстанавливать его в достоинстве апостола. 16 стих. «Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Вновь Христос спрашивает, Иоанн Богослов передает значение этого вопроса греческим глаголом «агапао», «любишь ли меня духовной возвышенной любовью?» Вновь Петр очень скромно отвечает «я друг тебе». Причем, обратите внимание, второй раз, когда Христос спрашивает апостола Петра, он уже не иронизирует, потому что кроткий и смиренный ответ апостола Петра в первый раз уже показывает, что нет необходимости ему напоминать о том, что он по горячности и неразумию утверждал, когда вместе с Христом и учениками восходил на гору Елеонскую. Итак, вновь Христос спрашивает, уже любишь ли ты меня возвышенной любовью? Апостол Петр отвечает, я тебе друг. И Христос говорит, паси моих овечек. Иоанн Богослов использует здесь другой глагол. Пимено. Этот глагол означает окружать заботой, лелеять, беречь, охранять, стеречь, направлять. И имеет больший спектр значений, более общее значение, нежели рассмотренный чуть раньше глагол воско питать. Получается, что когда второй раз задает вопрос Христос, он после ответа апостола Петра говорит ему «паси моих овец». И здесь уже стоит термин «проватон», именно овечка. Первый раз «корми молочком» или «питай ягнят», а теперь уже «паси» – это значительно более широкий спектр, и «направляй», и «ограждай», и «охраняй моих овец». Овец. В этом наставлении Христа, в этих словах, адресованных апостолу Петру, говорится о том, что не только к новоначальным будут обращены речи и деятельность апостола, но и когда верующие будут уже укореняться в вере, становиться церковными людьми, и тогда понадобится активная деятельность апостола Петра. 17 стих. Говорит ему в третий раз. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему, «паси овец моих». Но вот в третий раз Господь уже соизволяет спросить апостола Петра таким образом, что Иоанн Богослов передает это греческим глаголом «филео». То есть Христос спрашивает, «Итак, ты мне друг?» Но апостол Петр опечалился. Он ведь в предыдущие два раза отвечал именно, что «я тебе друг», и не ожидал третьего вопроса именно такого рода. И тогда он апеллирует к всезнанию Господа Иисуса Христа, как воплотившегося Бога. Он говорит, «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя», глагол «филео», «что я тебе друг». И тогда Господь его наставляет и ободряет. Если мы смотрим греческий текст, то здесь идет глагол из первого ободрения Господа, глагол «воско» – «корми», а вот, собственно, существительное из второго «проватон»
моих овец». Поэтому получается, что хотя ты будешь не только обращаться к новоначальным, но постепенно твоя активность, твоя деятельность понадобится уже к людям, которые стали опытными членами церкви. Но ты их тоже должен будешь питать молоком, под которым, безусловно, понимаются слова Господа Иисуса Христа и слова проповеди благовестия Евангелия. Итак, раз ты мне друг, то корми моих овец. 18 стих. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Восстановив Петра в апостольском достоинстве, Христос предуказывает его мученическую кончину. Но это указание не для того, чтобы апостола Петра устрашить, а для того, чтобы показать, какой славы он, Петр, будет удостоен. Ибо сейчас он, апостол Петр, видит убиенного и воскресшего Христа и понимает, и для верующих во Христа смерть не имеет ни силы, ни значения. Поэтому то, что он, апостол Петр, умрет мученической смертью за Господа Иисуса Христа, это великая слава для него. Но, конечно же, мученическую кончину Христос здесь выводит под образами деятельности дряхлого человека, старого человека, противопоставляя это тому, какова будет деятельность апостола Петра на протяжении многих лет по созиданию церкви. Сейчас Петр молод. Когда ты молод, то припоясываешься сам, а быть припоясанным, припоясывать свои чресла – библейское выражение, которое означает быть готовым к действию. Итак, пока ты молод, пока ты действуешь, и, соответственно, есть Божие произволение на твою деятельность, то ты сам себя припоясываешь и ходишь, куда хочешь. А когда состаришься, то прострешь руки твои, то есть руки твои опустятся, распрямятся, они будут висеть свободно вдоль туловища, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Уже ты сам не сможешь даже себя припоясать, ты не будешь способен на активную деятельность, другой поведет тебя туда, куда ты не хочешь. Это не означает, что апостол Петр будет дряхлым. Вот эта вот дряхлость, невозможность себя припоясать, опущенные руки – это лишь символ того, что апостола Петра поведут туда, куда он не хочет. И здесь «не хочет» – это не означает, что апостол Петр не понимает, как велика слава принять мученическую кончину за Христа. Он этого желает, а «не хочет» в том смысле, что, конечно, смерть противоестественна. И, конечно же, поведут его враги. Поэтому Христос и использует это выражение «туда, куда ты не хочешь», ибо смерть противоестественна. 19 стих. «Сказав же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мною». Предсказав Петру не только его активную деятельность, но и славную мученическую кончину, Христос окончательно восстанавливает его в апостольском достоинстве словами «следуй за мной». Ибо эти слова «следуй за мной» он, как и другие раввины того времени, использовал, чтобы кого-то принять в число своих учеников. «Итак, ты теперь снова и мой ученик, и мой апостол. Но ты, благодаря своей активной деятельности, благодаря своей проповеди, удостоишься от Бога великого, замечательного венца,
примешь мученическую кончину за меня и за Евангелие. Мы знаем, что, согласно церковному преданию, святой апостол Петр был распят в Риме, потому что он не был римским гражданином, но по глубокому смирению он не пожелал быть распятым, так как был распят его Господь и Учитель, обычным образом, но пожелал, чтобы его распяли вверх ногами на кресте. Однако, видя воскресшего Христа, апостол Петр понимал, что если он служит источнику жизни и верует Господу Иисусу Христу, то Господь не оставит его душу, которая всегда жива, и, конечно же, воскресит тело для того, чтобы он, апостол Петр, вместе с другими из числа 12 мог судить 12 колен Израилев на страшном суде во время второго пришествия Господа Иисуса Христа. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.